Всем привет, дорогие друзья, с вами Рикард, и сегодня мы продолжаем проходить Tomb Raider Anniversary. В прошлый раз мы, проходили то, что я уже успел пройти, и теперь все, мы продолжаем с того момента, в котором я изначально остановился, и дальше я не знаю, куда идти, что делать. Одно я хочу сказать, что я, короче, записывал тут реакции, и из-за этого я забыл убрать... Короче, я же все ролики снимаю в 30 кадров, а вот для реакции я поставил 60. И я забыл это ограничение убрать, и таким образом у меня предыдущая часть Tomb Raider вышла тоже в 60 кадров. И как бы никак, ни на что это толком не повлияло, поэтому как минимум Tomb Raider дальше будет выходить в 60 кадров. Вот, такие дела. Насчет других игр не знаю, потому что все-таки остальные игры это не Tomb Raider, они более требовательные, с ними у меня могут быть проблемы. Так, вот мы и забрали аптечку, про которую я говорил в прошлой части. Так, я надеюсь, это у меня по длительности выйдет хорошей, потому что мне на самом деле через минут 40 надо будет отвлечься, а то и раньше. Поэтому я надеюсь, что к тому моменту мы закончим. Вот, если не закончим, будет печально. Придется товарища заставить ждать. Ну ничего, он поймет, он потерпит. Все нормально. Опять не отсвечивает. Что за прикол? Почему я все время днем записываю? Все, зашторил немного. Хотя при том, что у нас тучи на самом деле, но у нас дожди. Ну вообще, что я хотел сказать? Я забыл. Мысль потерял. Допрыгивает, смотрите. Так, ну здесь очевидно вот так. Упс. Это сохранение, это после аптечки или перед? Это перед. А как я должен был? Подождите. Ой, я сейчас не допрыгнул. Давайте сначала попробуем, подождите. Еще раз. Ага. Так, смотрите, у меня не получилось опять. Сначала давайте потренируемся, а потом опять за аптечкой сходим. Хотя в любом случае нам надо будет возвращаться, и за аптечкой мы успеем, наверное, сходить. Ну подождите, еще раз. Ну а как? О, блин, это плохо, что я выжил. Лучше бы сдох. Так мне сейчас придется перепроходить, чтобы туда добраться. Ну вот с самого начала в тупняк попали, ну вы посмотрите, а. Надо не забыть на скриншот взять Колизей-то. Надо не забыть. Потому что, думаю, большую часть времени мы здесь сегодня проведем. Так. Блин, меня что-то уже бесит здесь. Говорю, вот одним и тем же маршрутом ходить заставляют. И это раздражает. Давай. Откуда, кстати, вот во второй раз пумы гориллы взялись? Нет, горилл же не было. Ну, гориллы и пумы, когда мы открыли, это понятно, почему они там были. Вот. А где были пумы, когда мы вышли? Типа, третья волна. Они-то откуда взялись? Они-то откуда взялись? Учимся дальше. Смотрите. Ну вот, высвечивается. Но она вот туда, она не допрыгнула. Да нет, она должна допрыгнуть, подождите. Еще раз. Возможно, я нажимаю слишком рано. Но что-то я сильно не врубаюсь. Так, давай чуть-чуть в бок. А можешь ты как-нибудь в бок? Вот так. Угу. Ну, она не видит просто в этот момент. Я не понимаю.
А я могу сходить за аптечкой, поднять сюда обратно, а потом сохраниться. Типа, если я помру, там будет с аптечкой перезапуска или нет? Давай поднимись, давай попробуем. Сколько времени? Уже 5 минут. Ха-ха, 5 минут с этим учимся. Ой. Вот так. Теперь сюда. Ну, пройти бы калифик к концу серии, нормально будет. А куда мы там вернемся? А, еще вот там вот этот водоем. А, никуда мы не вернемся, мы сюда и пришли ведь вроде, да? У нас единственный путь был. Сейчас, давайте вот здесь сохранимся. Очень надеюсь, сохранение останется. Так, это что? А, это вот это. А это вот я первый раз сюда дошел. Оставим его на всякий случай. Фига там сохранение, уже потеряться можно. Давай, подруга. Ну вообще она должна допрыгивать. Я считаю, что она должна допрыгнуть, но она не допрыгнет. Типа мы уже вроде с вами это поняли. Так, давай вот прямо. Вот где-то вот так. Вот смотрите. Видите, вот она почти, вот она прям впритык и все равно не допрыгивает. Ага. Ты что, типа издеваешься надо мной? Хорошо. Хорошо, ладно. Ты что, не грохнулась? Так, вот сейчас ты схватишься? Ага, спасибо. А это что, секретка или что? Это пистолет? О! Нифига себе. Неожиданно. Давайте подним. Потом по мелочи мы постреляем с этих. А вот опять, когда будут гориллы или типа того, мы постреляем вот с новых. Так, здесь, как я понимаю, она никуда не прыгнет, поэтому надо подняться обратно. Угу. Такой рискованный трюк, конечно. Подожди. Куда прыгать надо? Стоять. Назад. Вот этот выступ, он... Типа, можно его касаться? Да, можно. Отлично. Наверх. Кто это все раскидал? Мне интересно по локации. Вот эти аптечки, пистолеты. Прикиньте, лазаете вы по древним гробницам, а там пистолеты лежат. Так. Мне надо скатиться, да, и потом прыгнуть. А, нет. О, нет. Нет, 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 нет. Да как Ну, я типа правильно хотя бы подумал? Надеюсь, что я правильно подумал. Опять сейчас как-то прыгнуть туда надо, опять вот все проходить. Ну, часы идиотизм. Лучше бы она дохла тогда, или же, не знаю, сохранение было ближе. А хотя опять же, чтобы сохранение запустить, надо сдохнуть. Не знаю. Или какие-нибудь чекпоинты открывались. Причем здесь уже был такой момент, типа как в Ассасине, опять же, помните, как я говорил? Типа. Вот. Можно было бы как-то пощадить игроков. Может, а это дрочильня, я считаю. Типа, одно дело, когда ты не можешь какой-то момент. Когда какой-то момент сложен, и тебе действительно именно этот момент надо жестко задрачивать. Как, например, ну с тем же Терексом, окей, типа. Я же только его. Ну, сохранение у меня было именно на нем. То есть мне надо было научиться только с ним сражаться, да и все. Но мне же не надо было перед тем, как... То есть я, например, дохну на Тирексе, но при этом мне, чтобы снова с ним сразиться, надо перепройти полчаса игрового времени, дойти до него, сдохнуть через 30 секунд и опять полчаса перепроходить. Но это же бред? Бред. Это не показатель мастерства, это просто растягивание времени. Вот здесь сейчас растягивание времени. То есть мне, чтобы вот научиться вот эту херню делать, мне сначала до этой херни надо еще перепройти. А перепрохожу я то, что я умею проходить. Это никакого туда не составляет. Ну, окей, кроме вот этого момента. Но это все равно не то немного. Мне опять же надо до этого момента еще дойти. Ох, я надеюсь, ты допрыгнешь. Я надеюсь, ты прыгнешь сейчас правильно. Ты можешь чуть-чуть...
скорректировать свою. Ладно, попытка не пытка, чё. Молодец. Так, здесь мы прыгаем назад. Здесь мы поднимаемся наверх. И вот мы снова здесь. А! Здесь просто прыгнуть надо было. Сюда? Не-не-не, вы меня обмануть хотите. Нет, значит здесь, да. Угу. Куда ты? Я думал, ты залезешь, а ты не залазишь. Или залезаешь, залезаешь, да? Назад, а не вперед. Че, курица? Я надеюсь, никого не оскорбляет, что я ее курицей называю. Я же не закладываю в это в какой-то сексизм или типа того. Я именно к ней обращаюсь, именно к Ларе. Так, стоять, нет. Значит, вот так надо сделать. И теперь вот так. Балкончик. Опа, там еще что-то. Это патроны для этого 50-го калибра? Или что? Превьюшечка. Ну, вообще, я тогда снизу делал скриншот. Здесь, блин, отсвечивает. Вот я из-за этого делал вот с этой стороны. Давайте есть еще вот такой кадр. Но я не уверен. Может быть, все-таки снизу Колизея буду делать. Там как будто посимпатичнее. Эх, машина. Слышите, да? Спецслужб. Пиликает. Что-то тут развилок много. Ну, я думаю, вот эти две ведут в одно место. Давайте прямо. А прямо в никуда. Хорошо. Так, летучие мыши. Опять спуск очень длинный, как в самом начале. Еще есть? Ух ты! Греция, Колизей. Все. Убитых врагов 19, припасы 7. Артефакты 0 из 1. А где там вообще был артефакт? Так. Хорошо. Сохранить. Именно новое сохранение. Стоп, а там что за... Стоять, подожди. Ты кто? Горилла опять? Вот давайте опробуем стволы новые. Да как ты неправильно это опять сделала, но и... она присела раньше, чем это. Чем я начал стрелять. Подождите. Ох, как резко музыка бралась. Меня волнует несколько моментов. Первый, что здесь... А. Я удачно попал просто. И другой, а что там за водой? Смотрите, сейчас я спущусь, но... Или, блин, часть я тут тоже, короче, сделаю. Ай! Ладно, пофиг. Во-первых, здесь вот, я где-то вот так вот вставал для скриншота. Давай, уйди. Угу. Или можно подальше? Чтобы побольше коллизии было. Вот так. Красота. Кстати, стоп, там поверхность получается. Вот это сооружение, конечно. Вот. А там под водой это что? Стоп. Мы отсюда пришли? Слушайте, мы, наверное, отсюда пришли. То есть там закрыто. То есть все. Это мы открыли. Вы что-то мы изначально там.
Ладно. Блин, ну там сейчас такой хороший кадр. Тоже для скриншота. Ой, для этого, для превьюшки. Так, куда я хотел? Вот сюда. А там-то что получается? Нет, я хочу... А как мне это узнать? Это... Вот это сохранить получается. Нет, вот это. Да. Давайте посмотрим. Просто это удивительно. Это получается, я сразу с самого начала попал куда надо. Стоп, нет. Не сюда. Просто тут еще забавный момент, что здесь вернуться-то назад можно. А, стоп, что? А, это Колизей раньше просто пишет. Блин, это значит перепройти на момент. Да, растягиваю как хочу. Хронометраж. Блин, я думал, сохранение там будет раньше. А, ну хотя откуда ему взяться? Это же контрольные точки. Это иное. Смотрите. Я хочу узнать, что там за водой. Блин, там сейчас эта крыса будет. Ладно, пофиг. Убьем. То есть, видите, кстати, мы могли пистолеты не подобрать. Двойные-то вот эти. Вот, давайте здесь посмотрим. Вот там что у нас? Здесь тоже тупик. Так, давайте сейчас вдохнем воздуха. И там еще один проход был, кажется. Вот здесь вот я смотрел. А вот здесь тоже в две стороны. Или нет? А, в одну только. То есть я с самого начала правильно пошел просто именно вот сам. Ну, то есть вот там развилка первая, и здесь вторая. Ну, здесь тоже очевидно. И тут непонятно. Все понятно. Так, ну давайте загружаемся. Хм. Хороший очень кадр, но я думаю, мы здесь надолго. Кстати, стоп. Горилла-то здесь ведь. Дворец Мидаса. Царь Мидаса тот самый. Ну тут уворачиваться негде, опять же говорю. Узких коридор. Так нечестно. Это вообще было сейчас нечестно. Вдвоем на одну хрупкую девушку. Еще есть? Царь Медас тот самый, который в золото, да, пришел? Стоять, подожди. Сейчас. Ха-ха-ха. Вот так тебе. Вот. Который в золото, короче, своей рукой превращал. Это же он? Че, рука валяется? Это что такое? Че это такое? Че за золотая пластина? А здесь сперли. Нет. Нет. Подожди. А как в предметы уйти? Вон. Панелям возле статуи чего-то не достает. Да ну на! Слушайте, очевидные вещи она проговаривает, это вообще. Ой. Не помогает совершенно. Так. Ладно, мы, наверное, сейчас будем заканчивать пораньше, чем обычно. Но вот, надеюсь, в следующей части. А. Неожиданно. Блин. Но я же увернулся. Ну что? Вот от одного уворачиваться нормально. Ой, патронов-то мало осталось. Как они быстро ушли. Так он сразу же два, наверное. А, нет. Нет, она по очереди стреляет. Получается, что? Это что там?
А здесь что? Давай сначала обойдем все. Сделаем здесь сохранение. Очень надеюсь, что оно будет работать, а не с контрольной точки, чтобы мне опять этих перестреливать не пришлось. Угу. Но здесь вниз что-то можно, но там, наверное, как-то открыть там будет. Хотя я опять же пока залаза не увидел, наверное, как... А, ну все, вижу. Но вроде здесь больше ничего нет. Короче, вот, сейчас первые, вот только вот эти две части будут коротенькие. А дальше, надеюсь... То есть вот предыдущая коротенькая и вот эта коротенькая. А дальше опять стандартные там 25-30 минут, надеюсь. Вот. В общем, ладно. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на Boosty. Ну, а с вами был Рикард. Всем хорошего дня, утра, вечера, ночи, когда вы это не стреляли. Всем удачи и всем пока.